Здравствуйте, леди и джентльмены. Вот я продолжаю бегать по пятому острову. С тех пор прошло чуть-чуть время, но ничего не изменилось, все по-прежнему. Курица, курица. Вообще, эта игра, она рассчитана на двух игроков. Обычно я со своим другом играю в нее, но сейчас один. Один, один, один. Олени. Да, кстати, есть большой олень-самец, на котором можно ездить. Он вот как раз вот привлекает оленях. И потом их можно привести к охотникам. Сейчас я сделаю скоро баллисту, когда чуть больше денег будет. Ну вот, а вдвоем играть намного проще, поскольку можно использовать разные способности и разных персонажей комбинировать. А также отслеживать в две стороны, что происходит. И когда один играешь, приходится мотаться туда-сюда, от стены к стене, чтобы посмотреть, что происходит. Это в маске как раз. Вот уже они сделали вот эту вот ящерицу, она когда задыхается, она потом открывает пасть и сушит рот для того, чтобы отдохнуть. Вот. Сделали бы они, конечно, чтобы можно было язык засовывать в ручей. И это самое. Ну, лакать воду, что ли. Было бы интереснее. Вот там, где ферма не построена, вот это ручеек или речка, что это, как называется. Ну вот. И там, собственно, подкармливаться. Было бы здорово, конечно. Но почему-то вот пасть открывает и сушит рот. Ну, тут устроил стройки коммунизма. А если следующее дерево срубить, то вот эти палатки, они исчезают. И приток этих людей, он как бы уменьшается. То есть, так вы можете за уровень нанять 4 человека, к примеру, да, а при исчезнувшей палатке только 2. Вот, а учитывая то, что... что людей у нас воруют. Ворует у нас их авиация. Ну, имеется в виду летающие различные твари. Что очень неприятно. Вот. Ну, в целом, конечно, этих летающих тварей можно сбивать с помощью различных башен, да, и лучники обычные. Главное, чтобы была концентрация огня. Но, тем не менее, они воруют как с корабля, если он уже построен и народ забился, так и с башен, если на них нету крыши.
Вот. С радостью подлетают, забирают и уносят в портал. Вот. Это не совсем, совсем неприятно. Вот. И после таких налетов получается редеет население и все меньше и меньше становится. А восполнять потери можно только вот в этих палатках. Да. Я сейчас жду, когда они попрут. Вот, бывает такое, что некоторые из них очень-очень быстро бегают. Прям настолько быстро, что еле от них успеваешь убежать. Вот. Ну, основная масса, они вообще плетутся. Что касается типов вообще, я же рассказал то, что вот эти вот обычные в масках есть. Помимо этого есть еще авиация летающая, ну это летающие монстры, которые воруют. Вот. И есть еще большие здоровенные обезьяны. Ну, они как бы ходят просто, ударяют, очень бронированные. И еще получается, периодически можно встретить на высоких волнах этих больших обезьян с бронированием, то есть ну, что-то вроде масок у них. Ну и самый последний монстр, который существует в этой игре, насколько мне известно, это быстро бегающая обезьяна. Она как бы издает такой рокот, тоже на высоких волнах. И бежит, бежит быстро, резво вперед. И бежит она не просто так, а конкретно за вашей короной. Да, и ее задача как словно снайпер или как, не знаю, ассасин, выбить именно вас. Вот. Не обращая внимания на юнитов, на все остальное. Конечно, и стены перепрыгивает, то есть от нее вообще не укрыться. Если вовремя не заметить, то она сбивает корону, забирает и все. И все, поджигая ее, не поджигая, то есть без разницы. То есть схватила, убежала, все. Все заканчивается. Да, такая же обезьяна, она бывает и на ранних волнах. Вот, баллиста, кстати, я сделал. Она, лично я так понял, что больше работает по большим обезьянам, которые ходят. Вот. Ну, это не знаю, насколько эффективно. Но, тем не менее, попадание хорошо сносит и быстрее добивает. Вот, так вот, о чем я говорил. Да. Вот эти быстро бегающие обезьяне, они встречаются на ранних волнах, и бывает так, что они сидят на голове у большой обезьяны. То есть две обезьяны, большая и маленькая. Вот как только она видит вашу корону, она тут же спрыгивает и бежит за вами. Вот если стены замка далеко, то все, ваша песенка спета, да. У меня было такое, что я даже не успел в мышь превратиться летучую. Настолько все быстро происходит. То есть она спрыгнула, побежала, все, избила. Схватила. И какая бы армия у вас ни была, какие большие стены и башни, без разницы абсолютно. Вот поэтому, конечно, на высоких уровнях надо сидеть все-таки больше в замке, когда ночь наступает, потому что опасно, опасно вообще выходить. Бывает такое, что они и днем выходят, но это скорее исключение, нежели чем правило. Вот. Причем они, когда наверху у большой обезьяны на голове находятся или на плечах, как там, кому больше нравится, да, вот, они не издают рокот. То есть рокот издают только когда отдельно появляются и бегут к вам. Да. Ну, не стоит забывать, конечно, и про обычных мелких, которые бегают под ногами. Вот.
Да, вот эти вот охотники, лучники у меня стреляют усиленными стрелами. Это очень удобно. Это на первом острове. Ну, кстати, не обязательно, может быть, на любом острове. Есть статуя, которую можно жертву принести, и получается так, что усиленные выстрелы. По-моему, важнее намного, чем военная хренатистика для воинов.